завезли улья. Вот он, Урунгачсай. Что тут Никита выходил? Приехали на мост через Пскен. Через него мост проходит по этому мосту. Мы будем двигаться в сторону Бадакова. А мы на легковых были. Задевали, да, наверное, брюк? А все там задели. Лавина сошла. Можно видеть масштаб. Вот это я иду по лавине сошедшей. Она здесь сверху уже камнями все покрыто.
Вот он, Бадаксай, течет. В этом месте он уходит под землю и дальше течет под камнями. Вода чистенькая. Вот такой ужин. Первое озеро нам встретилось на пути Бадаксая. Некоторые уже купаются. Вот такой остаток снежного покрова здесь. Или лавина здесь сошла. Видимо. Да, точно лавина. Возможный запах. Просто терпение отпустит.
Вот это и есть бадак, да? Добрались до озера Бадак. 5 километров пути пройдено. Там камнепад слышно где-то. Какой-то камнепад там был. Так, вот, так, вот. А вы же знаете, что это такое?